Хей, гайз, с вами Шимик, и мы продолжаем проходить игру по названию The Borderlands The Pre-Sequel. Короче, я его пытаюсь все-таки убить. Время я потратил кучу, чтобы у него отнималось хп. Поэтому как-то так. Ну, мы это уже все сделали, считай. Эта серия, ребят, будет довольно маленькая, потому что у меня уже мало места и нужно рендерить, что мы предыдущие снимали две части. И да. Всё. Хорошую трёпку он получил. Проклятый неуклюжий дух. Ну ладно, выше нос. Могло быть и хуже. Это что было? А, птица типа пролетела, я понял. Так, попросил, вы старались изо всех сил, но достоинство не так-то просто убить. Да, стойкость духа — это очень важно. Теперь благодарю тебя за эту... Я это вижу. Хотя я и сквозь толстый... Так, слой кошелька. Но все-таки вижу. Так, ладно. Мод сразу заюз. Мне магазин нужен. Мне нужен магазин. Хера, вот это вообще хорошее. Электрограната. Ну там задержка нулевая. А тут задержка есть. Вот здесь хотя нету. Я не знаю. Урон летающим целям, урон в холоде. Так, задержка, скорость. Хорошо, хорошо. Урон. Режим боёта. Короче, нужно искать магазин. Поблизости есть магазины? Там точно нету. Можно все про... А, и там нету. Все отлично. Ну, тогда возвращаемся обратно. Возвращаемся обратно. Так, патрон у меня есть. Хорошо, отлично. Так, сразу еще нужно одну вещь проверить. Я все миссии выполнил. Да, я все миссии здесь выполнил. Отлично. Так, подпрыгиваем вверх и полетели. Если это новая локация, мне повезло, потому что я смогу там что? Правильно. Вот это было опасно, ребята, это было очень опасно. Банк памяти. Так, хорошо, я внутри. Опа-на! Я как раз вижу магазин. Нужно будет еще только отправиться, чтобы этот. Welcome, так, ладно, поехали. Ладно, сразу пермамутр. Отметим, как это наше. Ой, я могу же эту использовать. Электро. Автомат, дроповик. Огонь пускай остается, взрыв продаем. Еще нужно несколько уровней. Продаю, продаю. Продать. Не знаю. По сути, хороший. Скорость заряда. Ладно, пускай будет. Тебя, наверное, продам. Хотя можно и проверить, стоять. Так, вот это, да? Вот это пушкинцы и. Почему мне вот это все еще здесь? Электроборец. Призраками. И главное, я его продать никак не могу. Так, вот это, да? Как сравнить? Ну, смотрите, в принципе, по урону он лучше. Точность сотка у нас, это максималка. Расстрельность уменьшена, перезарядка уменьшена, емкость магазина уменьшена. Больше есть шанс... А, это урон. Короче, продаем.
anywhere else. I've made sure of that. Продаем. Вот эту пушку. Автомат я тоже не вижу смысла иметь с собой. Базуки. А пускай остаются. Смотрите, у нас огонь есть, молния, взрыв. 4-1. А ну тут ясно. Все понятненько. А патроны закупить. А вот теперь все. Можем отправляться дальше. Еще одну на продажу. Пипец, у меня денег стало. И главное, не замечаешь, как они так появляются быстро. Much fun. О, а место как выглядит, как будто арена, или не как будто? Воу! Короче, это как и те были, только это что-то иное. Я не вижу, где у них слабое место. Хелим меня. Нет, они жесткие, ребят. Они серьезно жесткие. Они жесткие, ребята. Так-то. Ты же, блядь. Ух ты же, блядь. Тихо. Максимум, стоим. Стоим за укрытием. Отлично. Камник. Я чуть не подох. Да. Есть что-то такое. О, классненько. Повезло. Повезло. Бля, мне бы на самом деле отхилиться. О, тихо, еще одна хилка. Это вообще что-то не сработало даже. Да. Да уж, ну ладно. Оу, сундуки. Стоять. Минуточку внимания, я вижу сундуки. А где сундуки, там и что? Правильно, отхил. О, правильно, отхил. Отхил. Готово. Так, это походу обычный свет. Хороший сундук. Сразу, если робот вылетит. Ага, обманки. Не смешно. Так, это обратная херня. Окей. Поехали. Кластер, вершина. Да, это же какая-то локация. Это борда не вторая. Блин, мне почему-то кажется, что это вторая борда. Ну хотя у нас все здесь рассказывается до борды первой. Ну, до второй.
О! А, она вообще хуевая. Что-то такая херовая. Блин, я не знаю насчет этого щита на самом деле. Типа. Задержка, сколько у тебя? 5,8. У тебя сколько задержка? Да у него вообще задержка маленькая, вы чё гоните? Нет, я, короче, продаю, не буду. Не, я не поменяю. Похоже, это то же самое. Мы будем сталкиваться со странными штуками, пока не загрузим то, что нам нужно. Бинго, с первой попытки, жалко дыра под названием «Вершина». Не то ли Блейк устал для меня турнир искатели хранилища? Кончилось все скверно. Неудачливо, что тебе воспоминания отменили, как выстрелил. Ладно. Иди за... Главный ключ подай сигнал. Отправляйся, его координаты твое эхо. Жители вершины будут считать тебя железякой. Вау. Ух ты. Escape, very nice. Почему мне это все кажется ловушкой? Я жил тут после того, как Джек выгнал меня. Он сказал, что волхакер так и что-то тут там. Наебалово где-то. Ох, чувствую. Пока мы не пошли туда, я должен другие места еще исследовать. Так, ну, думаю, сюда пока что рано. Там жесткие костры какие-то. Так, ну это, заметьте, место довольно огромное. Ну-ка, даже вот так просто его взять. Если оно сильно отдаляется, значит оно огромное. Где здесь наебалово? Неужели они все рели такие дружные? Или я просто потому, что не вошел туда, куда мне нужно? Походу, оно так и есть. Сейчас я найду ту локацию, куда мне на самом деле нужно, и там будет пиздец происходить. Поэтому давайте я пока что посмотрю и все пособираю. Ха, пока это возможно. О, пушки. Потому что я серьезно сомневаюсь, что мне потом это тут сделать. Это они сейчас, типа, все мирные, две радуги, да? А потом зайди, и потом все, ку-ку. Не, на самом деле можно просто сейчас в этой серии нам все полазить, посмотреть. Так, наверх можно залезть. Да. Все такие рады меня видеть. Вау-вау-вау. Да ладно. Главное в город не войти. Может, там скрипты, конечно, не в городе, а в какой-то определенной точке. Ну, не, в основном в городе. Ну, со мной уже больше такой трюк не пройдет. Слишком сильно наебывать. Да, вниз идем.
А нет, враги все-таки есть. Враги все-таки есть. Я ошибался. Этот мир не такой уж и красивый. Ну это понятно, что глюк системы, и он убивает с одного. Ну, дальше, я думаю, смысла идти нету, да? Потому что, по сути, дальше будет почти то же самое. Так, стоять. Мне как бы сходить проверить ему-то можно. Что, еще большое это место? Туда меня уже точно не впустят. Так, хижина. Так, возвращаемся потихоньку обратно. Ну что, мне эти прыжки дали? Походу ничего. Походу ничего, но я получил сундук. Пускай улетает. Серьезно? Все добро поулетало. Почему у меня та локация не открылась? Я ж там был, разве нет? Я здесь тоже же был. Так, я туда не долечу. А вот здесь долететь можно. Ну, в принципе, прикольная, хотя здесь я никогда еще не играл. Это, походу, тут что-то тоже есть. Я говорю, это сейчас только притворство, то, что они дружелюбные, на самом деле, что будет херово. Ну, сами подумайте, как может быть что-то очень хорошее. А особенно с железякой происходить. Ладно, вздыхай. Сейчас минус 15 тысяч. Сколько уже время? О, где я появился? Ладно. Небольшая беда. И... Ну, ладно, 12 тысяч. Ну, это тоже, знаете, не маленькая сумма. А, все, я там место все открыл. Ну, чё, сделаем, ребят. В принципе, пойдемте. Я коснулся его однажды. Как металл может быть настолько что? Как один робот может значить так много для остальных людей? Ой, блядь, ну это все, сука, наебут меня сейчас. Ладно, поехали. Роксит,
Прокси от Тереса, запускай эти изменения, найди и удали ранее сообщение эхо, связанное с размещением головоломки ключа, главного ключа. Песенка, да, какая? Как говорится, ничего не намекало на беду. Ну что, в принципе, карта разблокирована, но не вся. Я думаю, давайте, наверное, на такой веселой ноте. А, мне туда нужно. О, это просто супер главный ключ, выстрел в этом. О, стой, это же... Что это за фигня? Анализация. А, любопытно, ключ застрял в замерзшем воспоминании, чтобы извлечь его, нужно деформировать. Момент предназначения этой эпической дуэли. Так, значит, если мы разрезаем все эти фигуры, то сможем достать главный ключ. Это мне нравится. Так, да, мне нужно все, друзья. Давайте все остановимся куда-нибудь, пойдем. Ну, давайте на пляж. Так, удалите ложные воспоминания. А, он имеет плакаты? Ребят, я так подумал, давайте, наверное, это будет на следующей серии. Наш так фестиваль все таки ярко. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока. Хэппи. Очень счастливо.